Чувак, ну ты даешь. Ты шо, бомжар? Алло, Лёха. Лё, ты к себе на кровать не хочешь перелезть? Сиди, тебе на железяке удобно. Алло, ты меня вообще слышишь? Так тебе нахрен. Разбудить его нереально. Сейчас около 12 ночи. Не, утром его вообще нереально разбудить, но ночью? Навряд. Ты к себе не хочешь перелезть? Что, тебя перенести? Почему нет? Тебе на железяке удобно, может подушку дать? Алло, тебе может подушку дать? Что ты трусишься, как... Мышь, 40-градусный мороз. Я тебе говорю, может подушку дать? Алло? Очнулся. Ненадолго. Только заметил. Я говорю, переляжь к себе, тебе что-то среди... Еще и в тапочках, ну ты даешь. Ты, блядь, мумия. Закутался в кокон, завтра будет бабочка. Я так понимаю, ты завтра полетишь на учебу, а не пойдешь. Обычно ты ползаешь утром, но тут я смотрю, полетишь, бо закатался в хороший кокон. Надо хотя бы тапочек тебе снять. Да ладно, похер. Можно и кроссовки взять. Можно и трусы снять, да. У нас форточка закрыта. Закрыта? Да. Там уже так дует. Ну, чувак, ты дай. Я такого еще не видел. Настолько крепко спать? Какой ужас. Ну долго ты будешь так лежать? Не, ну ты даешь. Ты лежишь к себе на этот, на кровать. Че на тебя матрас кинули сверху? Или подушку? Ладно, чтобы завтра проснулся. А то проснется весь в сеточку от кровати. Да, бывают такие случаи, но это впервые. Сначала он вообще сидел. Да вроде что-то не пришел. Штаны под... Завтра глянет, охренеет. Надо ж так заснуть. Ну, что я могу сказать? Вроде и на помойке живет. Сосед у меня просто отличный. Всем пока, с вами был Дан. С вами был Алекс. До новых встреч. Подпишитесь на канал. Ставьте лайк. Не забудьте поставить лайк. Или подписаться на канал. Ладно, одна и та же парафия. Какая польза с этих лайков? До сих пор не понять.